Итак, друзья, я иду на Бродвей 1293, прохожу Академию киноискусства на Бродвее 26. Вот бронзовый бык, так называемый, атакующий бык, которому сложно прорваться, здесь всегда очень много людей. Вот я двигаюсь по Бродвею. Не мог я пройти мимо Fresh Co. Это кафешка, где можно за $10 скушать вкусный салат. Тут выбираешь сам себе то, что хочешь. Выбираешь, как можно что-нибудь положить. Такая вот классная кафешка. Здесь постоянно питаюсь, когда приезжаю в нее. Отличное место. Выходим на Бродвей и дальше школа. Есть места, которые обязательно в Нью-Йорке к посещению. Вот сейчас я нахожусь на мемориале 911. Здесь когда-то стояли башни-близнецы. Сейчас здесь мемориал. Сейчас я подойду ближе. Здесь имена погибших. Ну, на месте башни, одной из башен, здесь такой вот зарабатывает тут на всем деньги. Вот хотите, например, сфотографироваться с табличкой? Вот такой вот. Платите 50 центов и можете... Убрал. Все, я иду в колледж. Так, буду снимать дальше. То самое место, где многие американцы Нью-Йорк составляют Новый год. Вот возводят елку. До Нового года осталось 2 месяца. Каток уже запущен. Так, ну, я сейчас хочу сходить в Центральный парк. Прям 2 секунды пробежаться. Нет, не могу пройти мимо джаза. Так, один дяденьки доллар. Hello.